Первоуральцы выбрали общественную территорию, которую обновят в следующем году. По итогам голосования на первом месте оказалась Корабельная роща. Свой голос за нее дали более 5000 человек. А на данный момент мы провели конкурс на разработку проектно-сметной документации на Корабельную рощу. Подрядчик уже выбран. На данный момент мы заключаем контракт. Сроки контракта – это март 2020 года. К этому времени подрядчик должен будет разработать и утвердить проект. Планируется, что в Корабельной роще появятся игровые зоны для детей, спортивные площадки и сеть беговых дорожек, огороженная прогулочная зона с тренировочной площадкой для собак и зоны отдыха с уличной мебелью. Рощу планируют благоустроить к 2021 году по программе формирования современной городской среды. Проводить реконструкцию будут за счет средств муниципального и областного бюджетов. Напомним, в рейтинговом голосовании первоуральцам предложили 5 вариантов территории для благоустройства. На второй позиции оказалась набережная, набрав более 3000 голосов. Третье место заняла аллея на улице Советская. Увидеть ее обновленные хотят на 1700 горожан. В опросе приняли участие около 10000 человек.